Блять, а чё, я опять скелета, что ли? А чё? Давай, может, я против Кирита буду. У вас котлов нет нихуя. Котлов? Подождите, мы можем отложить минут на 5? Ну да. Личинку? Всё, тогда я с собакой пойду прогуляюсь слегка, а то она просится. Ой, бля, угадал. Неплохо. Ну, личинку отложить хочет. Я знаю, что мы можем делать. Тоже уродское имя. Ну что, видишь? Блять, я не посмотрел, как Джилэ играет, но Чпом, по-моему, выиграл. Но я не знаю, как играет Чпом. Я не поведусь на это. Ну, я пошел. Свернул в клубочек и умру. Прямо сейчас. Спасибо. Так, агент играет, как уже... 95-я фраза просто отображает мое состояние всегда. Ну да. Может быть. Если агент играет в Бибел, значит он голубого, скорее всего, понесет. Тебе нужен другой ворк. Это значит, что раньше и будет у голубого. Да не, ничего не делается. Давайте не станем. Знаешь, что тебя просил Игорь? Проблем все разломать? Вам не... Я? Ну а что за беспорядок? Срочно нужна уборка! А твоя страховка? Не-не-не, еще Леонардо в центре или... Давай лучше. Че, будем разъебывать? Так. А, да, Войд, превращайся на 3 минуты в лавину смерти и, блядь, сноси просто, блядь, четверых. В одно рыло. Четверых. А мы будем тебе ресурсы кидать. Не, мне кажется. О, нормально. Вот, может, мы выиграем по-любому. Да. Да я. Знаешь, я как... просто нахуй начну строить все эти чистые производственные, блядь, районы и пиздец. Надо по-другому. Смотри, по-другому. Надо поставить вместо оранжевого розового, чтобы он шел на меня через зеленого, а ты помогал мне через. Ну, помогал мне, короче. Знаешь, агент он играет. Да не, это слишком. Пусть надо по силе ставить друг напротив друга. По силе они сейчас проиграют. 100%. Да ну. Ну там тогда надо либо меня, либо агента им отдавать. Да не, не надо, нормально. Они раз уже выигрывали. Так, ну вкусно, но эти двое у них нормально играют, поэтому хз. По-моему, все нормально. Вот. Только что Кирита может хуйню ебануть с бзиком этим. Кто нормально тебя играет, Леонардо? А, давай вот так сделаем. Смотри, подожди. Вот так. Да ебаное все, ну вы заебали. Сука, да ну нахуй. Не надо, блядь, обратно меня. Чё мы Кирита разъебем? Или тогда вас разъебу. Я же заебись буду играть сейчас. Я сейчас как Винчи возьму и вообще пиздец буду. Ну, бля, так вот и есть. Так, жёлтый, зелёный. Так, как получается? Смотри, у нас агент, как предел, значит, голубого он переиграет, а значит, розовый ему будет помогать. Значит, на центре у нас будет доминация справа, но слева у нас Джилэ играет слабее, чем Войд. Плюс играет у нас оранжевый, который, ну, со мной плюс-минус равнозначен. По-моему, заебись. Ебай. А чё, других карт на 8 нет? Чё это за хуй там, блядь? Хуёвая карта. Я не знаю, но она самая такая мобильная. Я, конечно, мобильная. Могу поменять. Сдаёшься? Она скучняк какой-то, блядь. Вот тут вот Hidden Temple, Hidden Temple. Хуйня там просто, блядь, два влево, два вправо, и, блядь, играете там. Фиолетовый. Чё там ещё есть? Розовый. Розовый, живый, оранжевый, розовый, живый. Серный шпал, то же самое. Розовый, ебанулись, что ли? Розовый, розовый, ебать, а я тебя поцелую. А, да. Потом.
Ой, да что у тебя с микро случилось? Да хуй знает. А, жми себе там. Сейчас. Там же чувак, по идее, еще вернуться был. То, че? Сука, меня забанило. Защита от чрезмерной активности, ебать. Открыл мой канал. Я... Еще раз. Слушай, займись экономикой, а? Леонардо. А кто у нас с собакой гулять пошел? Джилей? Всё, ожидали? Я тут. Хорош, ничего ты быстро. А чё, ещё кто-то отошёл? О, я теперь посмотрю. О, найс. Всё, 4 на 4. Уносим ноги. Так, с кем я там, блядь? С так, я не подведу, Пашка. Я боялся, зачем что мы пизды скрою? Получим? Ларкос. Ты и так с краю. Да, сейчас тебя разъёбывать будем. Удачи. А твоя страховка предусматривает... Короче, скелетон, бля. Вызываешь Даклу сейчас. Скорпиона, бля. И ебашим зеленого, короче. Думаешь, они раш? Да не, это я шучу, блядь. Чтобы они там, блядь, пересрались, нахуй. Сейчас разъебем, блядь. Походу сейчас... Наоборот, мне надо пойти, и, судя по, там, по своим же играм, я понял, что мне нужно пораньше выйти в дальнюю атаку, потому что это пиздец. Я без дальней атаки очень быстро теряю юнитов, поэтому мне нужно будет... Бля, не то. Что за хрень? Найс прожал, короче. Ну что, народ, погнали нахуй. Ёбаный в рот. Мои отряды вообще в себе. Я средний кирит отдаю. Я в себе не верю. Между нами, который вот этот.
еще чуть-чуть. Так, а чё, если вы атакуете, то атакуйте вместе, алло, ребят. К тому же, его довольно сильно застроили.
захватим Кирита? Или же выкупим? Кирита в чате вообще нет? Войд, не надо, не, ты герой теряешь. Войд, Войд, ты герой теряешь. Ух, сука. Ой, это слишком близко, мне кажется, хотя. Серьезно? Прикинь, рудокопы пушку ебашат.
Да, что-то вообще с драком. Стоп. Войд, плохая идея. У тебя там юниты ушли. Плохая идея. Войд. Включайте. Угу. Ну так у тебя там что ты делаешь? Ты про чё? Я про верху. У тебя два идола дохнут просто. Угу. Ты с нами играешь или в другую карту? С вами. Окей. Хорошо, два идола дохнут. Я хз, я могу попробовать их зацепить, конечно. А, это не мои юниты. А, это нет. Боже, это пинг такой высокий, оказывается. Я контролить не могу нормально. Мне микроконтроль не работает. Ничего страшного, ну сдох и сдох. Че бомба? Так, сейчас. Ну боже, ну не просто ж сдох. Это ж классно. Это они хрен заберут. Ух, сука, из этого пинга у меня аж сердце болит. Да боже мой, что происходит? Почему они все туда покажутся? Кого они там? Синего пробивают? Они там фиолетового пробивают. А нам бы тоже что-то начать делать. Ну, зеленого только. Ну, или же пойти в нахуй на красного. Не, ну можно, конечно, у тебя есть осадные танки? А, у тебя... Ну да, у тебя должно быть же Идол Солнца, или как он там называется. Идол есть. Нам бы, короче, начать их ломать через верхний город. Это... Либо же занимать центр. Да что происходит, алло? Что происходит? Куда мои юниты бегут? Я не могу этого осознать. Не могу этого принять. Куда мои юниты бегут? У меня сейчас все достаточно неплохо. Правда, экономика немножко страдает по причине того, что... Давай, короче, куда-нибудь. О, я красного. Я красного забайтил. Он наконец-то увидел, что у меня тут город. У тебя там возле кругов войска стоят, тоже отправь. Снова? Серьезно? Да, да. Боже мой, я же... Я сейчас пришлю... Пушку пришлю, нормально будет, сейчас разъебем. Не, нихуя. Серьезно? Ты-то на центр пошел.
Да, я ж говорю, через верхний город. Через верхний город. Факту золота очень хватает, нужно золото добывать нормально. Еще ни хрена не контролю, боже мой, как же я себя бью, как же я бомблю. Давай, ты сверху подходишь, алло, Войд, Войд, ты видишь, что у нас тут драка? Меня сейчас зажмут клешни, если что. Мне нужна помощь. У тебя тут юниты вроде бы стоят. Вроде бы помочь можешь. Войд. У меня пехота, два отряда и два идола. Хорошо. Они сейчас будут идти долго. Раздели на два отдельных отряда, идолы и этих. Сейчас я тебе звезду дам, куда там? То зеленого надо, да? Давай. Найс, вот это хорошо, вот это приятно. Все, вот гасим петуха. Вот это ты молодец. Давай, теперь город варим. Сдалека, конечно, было желательно бы, но как получится, короче. Ну вот, смотри, город вот зеленый. Я на него направил сейчас идолов, и два идола, одну пушку, разъебываю его. Все, все, вот все, где все, дождь все, бежит. Идеально, все. Он минус. Все, хорош. Он отлетает. Он сегодня больше в эту игру не играет. Теперь давай этот завод. Нет, погоди, я сначала танки разберу, а ты направляй долов на завод. Знаете, кому надо... Я понял, короче, я знаю, кому не давать деньги. Держи. Я слишком тупой, я их не реализовываю. Красиво, красиво, красиво. Так, правда, мне войск почти осталось, мне нужно отходить в сторону тебя. У меня пехота спамится, сейчас нормально будет. Хорошо. Так, а мне надо осадные юниты. Да, моего юнита убивают. Ломаем следующий город. У тебя есть пушки? Да. Хорошо. Что такое личан? Это... Можно сказать. Сзади красный, смотри, надо красного разъебать. Я вижу, но нам скорее бы... Удержать города, а не завоевывать новые. Понял план? Удерживаем. Ну это понятно. Вон он красный идет, там отряды посылает. Ну, он хочет мало, помешать. Мало. Я практически никого не вижу. Здесь никого нету по факту. Так. Смотри, я сейчас ухожу чуть-чуть в грейды. То есть мы сейчас их просто держим. Мы стагнируем, окей? Они выходят уже? Да, синхронизация информации о ходе. Кто-то вылетел или что, вот это вот? И я без понятия, у меня все окей.
Так, давайте пока есть возможность, посмотрим, какая у нас ситуация. Там на меду... А, понятно, у нас на меду, короче, господин Кирит выносит господина Ларкаса. Что происходит? А, вы уже вышли, типа? Испанец. Нет. Нет? А что происходит? Mm-hmm. Чё, да нет, я сижу. Абортаем. Чё, никто не сдавался? Да вроде нет. Синхронизация с табличкой перед лицом. Что у меня? Я вылетел? Какая табличка? Показала, что кто-то... Какая табличка? Синхронизация информации о ходе. У нас у всех такая. Короче, абортаем. Забавно.